Мне всегда тяжело делать что-то простое, что можно делать каждый день. Мне хочется все усложнять, 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 усложнять бесконечно, пока это не надоест. О, привет, Мия. Привет. Как дела? Довольно простые слова, не так ли? Но трудные для восприятия. Знаете почему? Потому что все начинается с простого. Давайте я объясню. Чтобы достичь какого-то результата, нам всегда требуется какая-то цель. Но цель, она кажется недосягаемой. И чтобы достичь этой цели, нам нужно делать простые вещи. Простые вещи, но каждый день. Нам нужно делать маленькие шаги, но каждый день. Шажок, шажок. Каждый день чем-то одним и тем же. Нужно было делать. Постоянно, постоянно. Я знаю, я в ловушке. Но в этом и кроется разгадка. Давайте приведу пример. Для примера подойдет моя первая работа маслом. Вот так я начинал, ребят. Да, выглядит очень даже ничего так для первой-то работы. Ну, вот так, шаг за шагом, я учился, постепенно рисовал, что-то для себя открывал. Да, вот такая вот работа. Сейчас покажу, что у нас было дальше. А дальше я нарисовал вот такой вот пейзажик. Я не ходил ни в какую школу, никакие кружки не посещал. Просто мне хотелось рисовать. Я брал и срисовывал шаг за шагом, потихоньку, каждый день. Это не третья, конечно, картина, что-то между этим было, но это такая значимая ступень, которую я преодолел. Вот так я уже рисовал где-то через... полгода, 8 месяцев, уже вот так вот маслом, такой вот натюрморт неплохой. Очень нравится эта картина. Сейчас покажу, что было дальше после этой картины. Опять же, между той и этой работой есть еще несколько, но показывать я их не буду. Повторюсь, это только потому, что надо делать каждый день, но помаленьку, но постоянно. И тогда будет результат. Что бы вы ни захотели, что бы ни пожелали, делайте это, и у вас все получится. Но чтобы делать что-то, начните с чего-то маленького. Сделайте что-то простое.